Партнер рубрики «Центр культуры семьи. Радуга детства». Психологическая подготовка беременных женщин и супружеских пар к родам. Йога для беременных. Развивающие музыкальные занятия для детей с 4 месяцев до 5 лет. Обучение чтению, счету и письму. Беременность – одно из прекрасных состояний женщин. Но вот чувствует себя будущая мама не всегда так же прекрасно. Нашу героиню после непродолжительной прогулки мучают отеки ног. В случае отеков на помощь придет настой из листьев брусники. По крайней мере, так советуют представители народной медицины. Одну столовую ложку измельченных листьев брусники залить стаканом кипятка. Не доводить до кипения и настоять 30 минут. Процеживаем. Принимать по столовой ложке 3 раза в день. Если сильно горько, то можно разбавить половиной стакана воды. А теперь узнаем мнение специалистов традиционной медицины. Отвар из листьев брусники обладает он как мочегонным, так и противовоспалительным действием. Так как беременным нередко ограничивают количество жидкости за сутки, прием жидкости, поэтому прием необходимо проводить во вторую половину дня по 1-2 стакана. 2-3 раза в день, не больше. Итак, записываем рецепт. Столовая ложка листьев брусники на 1 стакан воды. Не доводить до кипения и настоять 30 минут. Принимать по 1 столовой ложке 3 раза в день. Избавиться от отеков, подготовиться к родам физически и морально вам поможет йога. Можно подумать, зачем беременным физические нагрузки? Им и так тяжело. Однако именно йога облегчает беременность. Здесь мы становимся выносливее, больше сил, что ли, в мышцах у нас прибавляется, потому что плод растет с каждым днем, мы становимся тяжелее, ребеночек становится тяжелее. И здесь мы учимся, как правильно балансировать, правильно его носить, вынашивать. В Центре культуры семьи «Радуга детства» йогой можно заниматься как индивидуально, так и в группе, но всегда под руководством тренера. Тем более, что двигаться будет и ваш ребеночек. Учеными установлено, что когда мама занимается йогой, это уже засняли, ребеночек тоже вместе с мамой занимается йогой. И у нас девочки, которые занимались йогой, говорили, что они когда выполняют какую-то определенную позу, ребеночек тоже занимает такую же позу. Эта индийская практика помогает будущим мамам восстановить нервную систему, укрепить мышцы спины, снять нагрузку с поясничной области. С помощью йоги беременная женщина может расширить восприятие мира. Беременность – это наилучшее состояние для создания здоровья себе, самой женщине, и будущего здоровья своему малышу. И йога этому очень хорошо способствует. Заниматься йогой беременным рекомендуют с 16 недель. Однако, если она вам противопоказана, например, при хронических заболеваниях, специалисты из Центра культуры семьи «Радуга детства» подберут вам альтернативные виды занятий. Партнер рубрики «Центр культуры семьи. Радуга детства». Психологическая подготовка беременных женщин и супружеских пар к родам. Йога для беременных. Развивающие музыкальные занятия для детей с 4 месяцев до 5 лет. Обучение чтению, счету и письму.